день, друзья! Это канал Русталия, мы приветствуем вас! Сегодня мы решили посетить музей, в Анталии, археологический музей. Он находится в центре Анталии, район Бахчелевлер. Вот. Ну, пойдемте дальше, покажем вам все. Для граждан Турции и для тех, у кого есть вид на жительство, продается музейная карта. Стоит она всего 60 лир, и срок ее действия 1 год. Для иностранцев есть два варианта карт. На 7 дней стоимостью 360 лир и 15 дней 600 лир. Цены, конечно, кусаются, я хочу сказать, но зато можно посетить любой музей на всей территории Турции. Thank you.
на открытом. Прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока! Atatürk'ün dediği gibi, şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir.